Привет всем овервотчерам! Сегодня в рубрике «Игровая механика» мы разберем полезный трюк за персонажа «Роковая вдова». Если вы следите за проигроками, то наверняка заметили, как высоко они подлетают после использования крюка. Такой вылет дает возможность лучше прицелиться в движении и в случае успеха даже набить себе особое достижение. Или просто сделать разведку. Этот трюк делается достаточно просто. Выбираем нужную точку, прожимаем Shift, выпуская крюк, а в последний момент, долетая до нужной точки, жмем пробел. Но есть нюанс. Если над точкой, куда вы отправляете крюк, есть преграда, то прием не сработает. 10-15 минут практики, и у вас все получится. А как и где использовать этот трюк, решайте сами. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, чтобы первыми оценить новые видео.